Сообщением о нападении в дежурную часть полиции обратилась продавец одного из ювелирных магазинов города. Женщина рассказала, что в помещение зашел неизвестный в маске и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать всю выручку из кассы. Получив отказ, молодой человек похитил ювелирные изделия прямо с витрины, после чего скрылся в неизвестном направлении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по составленной сотрудниками полиции ориентировке подозреваемый в течение часа был задержан на одной из городских улиц. В кармане брюк задержанного полицейские обнаружили и изъяли похищенные им ювелирные изделия. В ходе проведения дальнейшей проверки была установлена причастность 25-летнего приезжего из стран ближнего зарубежья, как минимум еще к двум аналогичным фактам, совершенным на территории города Новороссийска и Армавира. Общий ущерб от противоправной деятельности задержанного составил более 2 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.